Нашу Рину, мол, ты забыл. Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушку, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку, как мы встречались с нашими семьями в домашнем кругу на все праздники, как мы ходили на кладбище и проведывали наших бабушку и дедушку. Дедушку Выборного Михаила Антоновича, который сражался и дошел до Берлина, сражался с фашистской нечистью. Я не зря стал на фоне этого танка. Это символ Второй мировой войны. Мы ничего не забыли, мы все помним. Но хочу спросить у тебя, брат, скажи, почему так получилось? Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе и на Шепетовку, там, где мы с тобой родились и где выросли? Неужели ты не знаешь, что Одесса стоит на грани бомбежек, крови, беды? В Одессе живет твой родной брат, Выборный Владимир Борисович. Скажи, брат, как так получилось? Що тобі дали ті москалі? Що вони тобі дали, крім мільйонів? Ці мільйони уйдуть, а душа твоя останеться там. Наші батьки похоронені рядом. Твій отець, моя мама Оля, твій отець, дядя Боря, твоя мама, тетя Ванда, моя крестная мама, кстати. Вони, мабуть, зараз в гробах переворачиваються. Ти розумієш, що ти наделав? Благодаря тебе фамилия Выборный проклята. Я все сказал. Делай выводы и делай все, чтобы эту войну остановить, как депутат Государственной Думы. Не бойся ничего. Не бойся. А если уж умереть, так умереть с честью за свою родину.